Ну да, будь же, забыл бы камкаму там. Проснуться, добро сделать не сделаешь. Шановные гости, сегодня мы собрались тут, на том месте, где народился Тадеуш Костюшка, для того, чтобы ушановать его день рождения в очерговый раз. Начнем наше мероприятие и складание веток до мемориального камня. Кали ласка. Кожный год, как и Костюшка, мы повинны ведать, что незалежность – это каштовность, свобода, человечие правы, уже на сегодняшний день мы добавили, годность человека – это величайшая каштовность, якая нам дана от роду. Я думаю, что Костюшка это разумел. Не было бы Костюшки, не было бы Калиновского. Тут так само есть могилки калиновцев рядом. Не было бы Костюшки и Калиновского, не было бы вот того разумения, которое сегодня мы на их прикладах бачим, что есть люди, которые могут змагаться за это, есть люди, которые, для которых это життё, и есть люди, которые являются для нас прикладом. Коли хочешь жить годно, коли хочешь жить свободно, коли хочешь жить незалежно, повинен робить так, как яны, отдавать свое життё в этом плане, ну, уже сегодня, конечно, не в прямом сенсе, але робить все, чтобы не было вот некого пригнета, некого рабства, некого морального незадовольнения самим человеком. Володина. Так Константин Федорович начал зваться Сяхновицким. А наступное поколение добавили у гонор славного продка еще одно имя – Костюшки. Таким чином Костюшки Сяхновицкие наличивали у своим родоводе свыше 200 особ. У 18-м столетии большинство представников роду перешло с православия у католицтва, альбо униятства.